В центре Первоуральска сегодня произошел пожар. В доме на улице Ватутина загорелась квартира. Погасить пламя помогли сотрудники кафе, которое находится по соседству. Почувствовали мы все резко запах гари и дыма. Пошел посмотреть. Вижу ребят местных, которые живут как раз в этой квартире. Они пытаются все чуть не руками потушить. Я понял, что тут не обойтись без каких-то средств необходимых. У нас как раз огнетушители есть в кофейне. Я побежал быстренько, принес им огнетушители. Пожар начался на кухне в трехкомнатной квартире на первом этаже. Чтобы погасить пламя, понадобилось 3 огнетушителя. К этому моменту приехали пожарные, они пролили квартиру водой. По словам очевидцев, загорелась электрическая вытяжка. Огня было немного, а вот едкий дым окутал несколько квартир и соседние магазины. Помещение, где случился пожар, по словам соседей, нежилое, в нем шел ремонт. Но, судя по личным вещам, строители жили в этой же квартире. Пострадавших нет, сейчас в квартире отключено электричество и газ. Их подачу восстановят только после того, как хозяева устранят последствия пожара.